Учебник «Гражданский процесс» под редакцией заслуженного юриста России Виктора Алексеевича Баранова подготовлен на кафедре гражданского и арбитражного процесса Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Анализ институтов гражданского процессуального права дается с учетом концептуальных положений ведущих российских процессуальных школ. Дается авторское видение решения коллизионных вопросов, возникающих в правоприменительной практике, основанная на анализе судебной практики Верховного суда и разъяснениях Конституционного суда. Данный подход позволит студентам, изучающим дисциплину, получить всестороннюю информацию как теоретического, так и практического характера по всем аспектам правового регулирования гражданско-процессуальных отношений.